Поехали. Послушайте составы играющих команд. Игровым номером Валентина Орлова номер 17, Алена Кофтун номер 3, Анастасия Берендеева 21 номер, Екатерина Пантюхина номер 11, Алена Мургалиева номер 20. Ох, какой хороший момент сейчас был. Столкнулись сейчас Жаманакова и Курочкина, и получит желтую карточку в цвет своей формы сейчас голкипер гостей. Удар по воротам. Как по учебнику. Пенальти перехитрил Олеся Курочкина сейчас свою визави. Ну и Олеся Курочкина может отсюда ударить и забить. Удар чуть выше штанги. Перекладины. Прошу прощения, пролетает этот мяч. Всего 21 год этой украинской полузащитницы. Звезда продолжает. Дальний удар. Хороший удар. И вот как раз Наталья Гриб не просто может играть и позицию за качественную, но и смотрите, какие удары наносит. Конечно, Татьяна Краснова это была, и своими активными действиями она сейчас зарабатывает пенальти для своей команды. Вот это интрига. Еще один пенальти. Удар. Гол. 1-1. 1-1. Интрига вновь возвращает. Да и не пропадала никуда она из манежа Пермь-Великая, где «Звезда-2005» принимает Рязань-ВДВ. Матч за третье место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны среди женских команд. Футболисткам сначала одной, другой команды. Хороший заброс сейчас на Гриб. Гриб на простреливает. Брала мяч под себя, мчится. Вперед, усматривает, кто бы мог помочь, и вот Пантюхина, удар по воротам. Екатерину Ларину, но продолжение эти... эпизоды обычно не получают закрыты, потому что партнерши или иных в тех эпизодах, о которых вот сейчас пытаюсь вам напомнить. В основном по флангам строится игра у «Звезды» сейчас, и чаще это, конечно, левый фланг. Центр пока чуть похуже. Там полностью в форме. Ну вот хороший перевод на правый фланг Пантюхина. Будет прострел. Звучит свисток на перерыв. 1-1 после двух пенальти. Немного передохнем. Ресурс женской футбольной лиги почему-то не показывает лайв. Удар! Хороший удар и гол! И гол! Откуда ни возьмись, прекрасная комбинация по правому флангу. Вновь выводит хозяйка поля вперед. Власенко продолжает. Поверили в себя пермские футболистки и сейчас своего просто так не отдадут, наверное, уже. Навес! Ну и таким образом обе сербские футболистки в составе Рязани сейчас на поле. Зварич высоко. Ну, красиво через себя, но очень неточно.
Штрафной удар. Подача. Нет. Домашняя заготовка, видимо, тут такая получилась. Ох, хорошо. Лукович головой. Дальше. Наказала Олеся Курочкина, но затем ошибка уже Алены Ковтун. Ох, какая хорошая сейчас контратака в исполнении «Звезды». Ильиных мчится к воротам. Будет бить? Нет. Начинает обводить голкипера. Зачем-то до удара по воротам дело уже не доходит. Хотя этим голом, если бы он случился, «Звезда» могла снять все вопросы в сегодняшнем матче. Блестяще сыграла здесь, конечно, Екатерина Пантюхина. Татьяна Краснова могла отличиться, но вместо этого заработала пенальти. Ильиных пытается реабилитироваться за предыдущий эпизод. Удар! Маргарита Широкова. Все. Дорогие друзья, наш матч окончен. Анастасия Пустоотовой. «Звезда» 2005. Выиграет очередной титул в своей карьере. Бронзовые награды. Мы поздравляем наших девчонок. Заслуженные бронзовые награды. Бронзовых медалей. Думаю, никто не будет спорить с тем, что они были заслужены. Спасибо вам за поддержку. Рязань ВДВ объявилась весьма неплохо. Весьма неплохо. Очень красивый футбол показали десантницы. Меня зовут Артем Жаворонков. Спасибо за внимание. Болейте только футбольно. До встречи. Thank you.